Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпиня и китайский народ с 75-летием образования КНР. От имени всех казахстанцев и от себя лично президент пожелал ближайшим соседям успехов, а также процветания и благополучия. В поздравительном послании глава государства подчеркнул, что Китай вносит большой вклад в глобальное развитие и обеспечение международной стабильности и безопасности. Президент отметил, что сотрудничество между Казахстаном и Китаем динамично развивается в духе всестороннего стратегического партнерства. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут и впредь укрепляться на благо двух народов.